Мощи святого великомученика Георгия Победоносца, который является покровителем русского воинства, доставили в храм Иоанна Кронштадтского при Покровском соборе в столице Приморья. В мероприятии приняли участие губернатор края Олег Кожемяка и глава Владивостока Константин Шестаков. По словам главы региона, это важное событие для всех жителей Приморья, которые проводили на фронт своих близких и сейчас ждут их домой с победой. Конечно, это значимое событие, мощи такого великого святого, кто одухотворяет, олицетворяет как раз воинство. Это очень нужно сейчас всем тем нашим ребятам, кто воюет на фронте, всем тем семьям, которые здесь ждут своих мужей, молятся за них, за их спасение. Это нужно тем, кто и помянет своих близких, ребят, кто погиб непосредственно на фронте. Поэтому для нас и для приморцев это большая святыня и большой такой шаг в укреплении духа. Безусловно, те иконы, которые нам подарят, они отправятся на фронт к ребятам и будут способствовать укреплению веры, единства. Очень важно, когда люди здесь в своих молитвах, в своих посещениях храмов вспоминают и передают такое духовное свое пожелание ребятам, с тем, чтобы они были крепки, с тем, чтобы они понимали значимость воинства, с тем, чтобы они также, несмотря на те трудности, преодолевали их, побеждали врага. Напомним, с мая по сентябрь текущего года мощи будут доставлены в 100 городов всех 89 регионов Российской Федерации. В Покровском соборе святыня будет доступна для молитвенного поклонения ежедневно с 8 утра до 20 часов. Проводы святыни состоятся 12 июля в 15 часов.